Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Сегодня я вот тут на пасеку свою зашел, решил немного посмотреть с утра, что делается. Ну, сейчас кое 11 часов уже дня. Эти дни не снимал, хотя и работал на пасеке. Что у нас было, это неделю почти дождь шел. Сегодня так. У меня петушки есть мелкие, но довольно солнечно. Вчера вышел рой. Приехал я с рыбалки. Привил сегодня эту грушу. Большой рой таки был. Так, я не заметил, с кого вышел, но приблизительно. Это у нас дело было где-то с этого улья, где матка Бахвас, но она с нашим трутнем облетелась местным, то пчелы походу будут райливые, то что я уже их маточники обрывал, а это не досмотрел и выпустили на рой. Тут полностью 18 рамок стоит и гнездовых, и надставка, все равно не выпустили рой. Я говорю, этот рой точно не знаю, отсюда не, но так попробую роевых пчел на литок сыпал, не бьют ничего, сразу не забегают. Думал еще, что с белого тога вышли, то туда немного сыпанул, наверное, штук 30. То они как бы улей пошли, но потом их бить начали. Так что это, походу, все-таки с сиреневого были пчелы. С улья, где матка Бахвас была. Ну и назад я их сыпать не решил, так как было надо перебрать семью. Не думал, что сегодня будет погода. Мог бы сегодня перебрать, если бы знал, что они, это, точно они. Но так как я не знаю, с какого улья, стопроцентно не уверен, то посадил я их пчел этих вот в этот улик, в этом году покрасил весной. И уже они вот за ночь тут работают, он почистили, мусора куча валяется. Садил вчера я их вечером. Между дождем и погодой, ну как, было уже 8 вечера, и мелкий дождик то покапывал периодически так. Но все-таки высыпал, накрыл сюда шиферины, так вот, на крышу сюда, чтобы нависали. И они, лежу, 12 ночи, уже полностью все зашли, осталось тут сидеть немного. Я их свалил, и они полностью зашли. Ну вот уже видно, пчелки работают так. Можно глянуть, что улье после посадки. Ладно, не буду открывать. Я тут ставную доску не ставлю им, эту разделительную. Просто поставлю, сколько там, 6, 11 рамок поставлю, 6 вощины и одну медовую, одна с пергой немного там, и так просто сот отстроены. Ну, хай работает. Это уже вот чистит пчела улей, мертвую пчелку несет. Помогу ей хай лечить, а то все равно упираться, где полетела. Что я пришел вообще-то поснимать тут, что у меня робится, это в этой семье, еще она не роилась, был вот только что облетик такой небольшой. Обычно облет у меня идет после обеда, часа в два, в третьем. Ну а если с утра облет, так в 11-10, то будем ждать уже роя, значит. Это они, когда роится, собираются с утра облет делают. Эти еще не роились. Тоже. Ну, вчера вот этот рой, что говорю, посадил, я не уверен на 100%, что он с Бахвастом. Так что, наверное, будем ждать через 9 дней, откуда второй позе. Ну и по истечении дней, так, 8-6, надо прослушать улей, предположительно, в которых мог выйти рой.
прослушать, чтоб быть уже уверенным, с какого они вышли. Если будет матка петь, то услышим. Вот пчела летает по паутине, ползает. Еще паука видно. Они возле этой паутины вокруг кружатся, пауков ищут. Толку мало, эти пауки хитрые ховаются. Сейчас я покажу. Пауки возле летков паутину такую плетут по углах и пчел ловят. Это пчеловеды, как бы, вредители. Вот он. Но это не такой, это паучок. Он сидит на листику, паучок это. Какой-то крестик на спине. Ладно, я тогда я не буду трогать. Не бачу за такими греха, чтобы пчел ловили. А вот эти вот, что он там не видно, спрятался под литком в уголочку, сам он паук. Вот я показываю. Вот этот паук, он такой блескучий, черненький, коричневый. Они пчел ловят паутину и много по этой паутине пчелы. И вот они, когда это паутина, то пчелы летают и высматривают пауков, я заметил. Но так как это пауки хитрые, их словить нельзя, они прячутся сразу. Надо его резко задавить нам. Жалко, не жалко, но этот паук за лето тоже пчел много так уничтожая. Я прошел буквально дней 5 назад, везде паутину обчистил, при этом много убрал коконов пауков этих яиц и самих пауков передаю. Но не всех. Так что буду я его сейчас уничтожать. Опа. Эт, сбежал, гад. Я же говорю, хитрые пауки. Я туда его даванул, он резко спрыгнул и вниз. Так кажется, толстый, маленький, а быстрее в траву упал где-то. Ну, навряд ли я его уже в траве найду. Только вон пчелы пораненные бегают в траве. А вот он, паук, я сейчас покажу, нашел я его. Бляха, учекай, быстрый гад. Придавил я его. О, паук-пчеловед. Сейчас покажу вам паука, который на летку пчел уничтожает. Вот он, притаился. У него клешни здоровые такие, на морде. О. Ну, у меня фокуса нема в этом фотоаппаратом снимать, хреново, не очень видно. Ну вот, не покажу, конечно, какие клешни. Но вот и так вот. Они такие черные клешни у паука, что пчелу прокусывает походу. Жалеть его не будем, то что это родитель на пасеке. Бляха. Ладно, прибил его, а то чекать решил. Все, больше паука нема. Вот тут почистил, нема. Уже паутинки недельку нормально. Там, где почистишь, да через дней 5 опять паутина. Надо смотреть, и в углу под летком обычно он размещается, паук этот. Говорится, начал про одно рассказывать. Ну, все вместе. Здесь вот тоже не видно паутины, везде паутину я поубирал нормально. Больше нету. Это тогда один паучок уцелел. Все-таки. И здесь еще был паук. Он сховал щелину там. Так я его убрал тогда еще. Рассказывая про роение, мы перешли на пауков. В этом улье вот было у меня рой позавчера.
Он привез тут на грушу на верхушку высоко. Но я его убрал. Что-то пчелы кружатся возле. Возле верха. Что там по течению 3 дней? Все кружится. Странно. Ну как 3 дней? Сегодня 3-й день. Получается. Получается у нас. Отравился он позавчера татулей. Рой туда привился наверх, а там обрезал светкой то, что не было можно струсить, высоко висел он. И получается позавчера, потом вчера вышел, непонятно откуда там сел, я его посадил. Снимать не стал, их сажаю, то что времени не было. Покуда старые рамки почистил, натянута проволока была, я ее гвоздиками подтяну и на вощу поставил. Быстро-быстро собрал, чтобы посадить еще вчера, чтобы за ночь пчелы уже работать начали, почистили все. Ну и сегодня облетелись. Так что не было так времени вчера, чтобы снять. Но рой красивый был. Большие такие. Вытрусил его, она тихонько по доске зашел. А здесь пару дней назад был рой, то высыпали мы его назад. Через решетку. Матку забрали. Матку забрали. Плодную. Она сидит у меня в клеточке. Хай будет. Отвезу человеку. Пчел повезу то. Маток. Так, одна есть неплодная от бакваста у меня. Но она уже не 5 сидит так. И одна матка вот с этих плодная, но она такая светлая, красивая. Так что хай будет. Не видно раев больше. Ладно. Еще не время. Будем ждать. Сегодня, скорее всего, пересажу эту семейку в ящик для перевозки. И как-то на днях надо завести человечку пчел хорошему. Так. Работают наши пчелки все. Еще раз подойду сюда. Это у нас семья вчера заселенная. Ну, рой был хороший таки. Рой хороший был. Думаю, будут работать. Сейчас немного им, наверное, литок прикрою. Будет теплее, будут работать лучше. И вверх тоже. О, немного сократил так литки. Ну, их расплода нема. Но есть матка плодная. Это первый рой был, скорее всего, так. Если еще нормально, то уже думаю. Даже сегодня она яйца начала ложить. То, что уже вот летают. Еще облет должен быть их сегодня раз. Уже не слетели с утреца никуда. Значит, за ночь прижились, где облет еще потом. Ну а с этого буду ждать рая. Что-то они разлетались сильно. Хотел я им вторую надставку сегодня поставить. Но покуда до 12 дня, до часа потерплю, подожду. Если не будут начинать рая отпускать, то поставлю им вторую надставку в разрез. Вот то, что сейчас стоит. Вчера смотрел, уже мед там печатать начали. Весенний. А дуванчик у нас вот уже местами подцветал много. Ну и еще много цветущего дуванчика. Сады тоже уже доцветают, он видно немного. Есть цветы, но уже мало осталось. Ну и поля рапса пошли полностью ковром желтым. Уже недели
полторы, но они на рапс не идут, а по одуванчиках в основном работает. То, что одуванчики ближе, а рапс 3 километра по прямой лететь им. Так что покуда что работает, пчелы наши на одуванчиках убыла. На одуванчике пчела. Ладно, думаю, на этом заканчивать будем. Будем рой ждать. Это наша воскотопка. Сегодня обрезки ващины в воскотопке лежат. И расплод трутневый побросали на перетопку. И сделал сюда, как видите, 0 грамм. Старое я открывал, подпирал ее со стороны колонн, да упала, разломалась и разбилось одно стекло. Они здесь двойное было. Одно разбилось, одно осталось. Конечно, с двойным теплее было, потому что этого горячее такое. Сверху совсем горячее. Думаю, может не лопнет. Если резкий дождь позже, так может и лопнет такое. Градусов руку держать так припекая. Рассказал я вам все вместе. И про пчел, и про пауков, и про раи. Ну и вот воскотопочку покажу свою. Видно, вон воска наплыло. Было солнце горячее, то когда стекла разбились, одно было, а его просто туда так ложил. И то потопило воск. Сейчас закрытое. Там довольно так жарко внутри. Ну, в основном где-то после обеда начнет греть. Хорошо. Покуда еще не сильно жарко, но уже воск он поплыл, видно полностью. Везде по углах. Уже воск побежал. Пчелы работают так. Подготовлю сейчас надставочек пару штук. Поставлю еще, добавлю. Ну и буду раи сторожить. На этом буду заканчивать. Кому было интересно, ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем удачи. До свидания.